Ленина с квадраты во Власике Октябрьской. То есть здесь им перекопали. Так аграрному университету удалось избавиться от черных осенизаторов. Напомним, фильтрационные поля, находящиеся в пользовании вуза, ежедневно сливали нечистоты, которые могли вызвать экологическую катастрофу и эпидемии. Нашими усилиями, усилиями вот те, которые были приложены после тех репортажей и вами, и природоохранной прокуратуры, у нас вроде бы как затихло. Летом мы валим глину, валы делаем, чтобы туда не заезжали, а зимой вот сугробы надвигаем, то есть вот такими. Ну и сами выезжаем, организовываем дежурство. У нас сейчас незаконного слива нет. Однако далеко недобросовестные осенизаторы не уехали. То есть они сейчас просто на 150 метров дальше сливаются в полях. Вон, погодите, озеро, вон туда. Вон дальше, если камера захватит. Так вот сколько здесь машин? Сколько десятков машин? Ну, я думаю, десятки или сотни. Сотни машин продолжают опустошать прямо в рощу. А сколько по времени вот вообще одна машина примерно сливается? 5-7 минут. За 5-7 минут реально слить 10 кубов отходов и избежать штрафов. И, кстати, не маленьких. Так, за неправильную утилизацию отходов осенизаторам и пэшникам придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, а юрлицам от 100 до 250. Раньше было вообще по 500 рублей, поэтому никто и не стеснялся. Не жалко было отдать. Но сейчас более-менее прячутся. Напомним, сегодня в городе есть 3 официальные точки для слива нечистот. Однако очередей на них нет. Осенизаторы пытаются экономить. Процентов 15-20 они свои экономят прибыли. Стоимость там от 300 до 500 рублей с машины. Ну, то есть порядка там процентов 20 до 30 максимум. Это расходы. Но здесь идет содержание точки, налоги и оплата в основном водоканалу, ну, что составляет почти 50%, не почти 50%. А вы какую-то статистику ведете, сколько машин к вам в среднем в день приезжает? Ну, это примерно десятая часть от всего автопарка осенизаторов. А пока жители соседних поселков задыхаются от фекальных ароматов, свеженькие следы черных осенизаторов продолжают растекаться по барнаульским полям. Поля-то большие, да? За поля льют, перед полями. То есть стараются там, где глаза меньше, и выливать. Ну, я думаю, что это, наверное, проблема города. То есть, по сути, все на совести вот этих вот... Ну, конечно, кто за это отвечает. Угу. Ну, и самих осенизаторов. Юлия Щепина, Андрей Печоркин, Владислав Ковалев. День с толком.